Привет. Всем привет. Всем привет. Сейчас будет сюрприз для Адели. Мы ждали ее со школы. Давай, Татьяша, глаза закрывай. Идем. Прямо. Не открываем, подожди. Вот это да. Это надо догадаться, что это такое. Это, наверное, должно было вот так быть, наверное. Что? Подожди, держи. Держи. Вот это да. Встань. Здесь тебе записка какая-то вон от тетешки твоей. Что написано? Наша любимая тетя Аделечка. Вот тетеши ей племянничка. Угу. Мама мне сказала, как его зовут, только я так делаю. Смотри, какой набор. Боже мой. Тебе нравится? Какое изобилие цветов. Что такое? Ну, это тебе надо будет самой как-то разбираться. Я, честно, даже не знаю. Покажи, наверное, ей, как здесь это раскладывается, Татьяша. Это же целый мольберт у тебя. Папик, смотри, какая классная штучка. Теперь его обратно надо перевернуть или не важно с какой стороны? С этой стороны. Вот ты берешь листочек. Есть вот такие крепишь. Крепишь их вот так. И творишь себе на здоровье. Вот это да. Теперь только творить, Адели. Не знаю, это, наверное, можно и туда рисовать. Скорее всего, да. А там была инструкция. Вот тут даже линейка. Линейка, простой карандаш, кисточка, точилка. Вот это. У меня был такой же наборчик с такими карандашами, тут было поменьше. Ну-ка, фломастер возьми какой-нибудь, попробуем что-нибудь вот пописать. Что? Мамочки, ее палец накрасил. Как красиво пишет фломастер, смотри. Что ты рисуешь? Сейчас догадайтесь. Это лапка. Папик, карасенчик, андай здесь целый мольберт. Целая сочинительная история. Можно еще ему. Я так поняла, что этим маркером вот сюда можно рисовать, наверное, да, девочки? Да? Его, наверное, вот этим не смазывают, да, потом? Короче, надо посмотреть. А, здесь еще вон, видишь, ластик есть. Ну-ка, головушку тоже покажем деткам, здесь конфеткам. Здесь это что, одни мелочки, да? Здесь одни мелочки. Здесь, короче, вот это вот какие-то там мелочки называются, вот эти другие как-то мелочки называются. Как-то скрипят. Восковые, мозговые, наверное, типа да? Того, да. А вот даже краски. Карандаши, да, и краски. Поклеил. А где для водички? Наборчик. А, вот, масляные. Масляные, а это те? Просто цветные мелки, а это масляные. И, наверное, вот это масло, чтобы подмасливать, наверное. Ну-ка, попробую. Да. Ну-ка, попробуй. Поднамаслить, скажи. Поднамаслить, да? Это клей.
Ну-ка, попробуй. А клей для чего тогда был нужен? Наверное, просто... Бумажки, что приклеивать? Ну, для канцтоваров тебе просто. Может, какой-то ты здесь соорудишь, какое-то окошко там приклеишь. Маслины, я не знаю... Цвет такой. Открывайся! Что тебе говоришь? Так что ты нам не говоришь, что рисуешь, да? Морковочка? Это мама-мама морковочка, наверное. Нет. Сейчас будем вместе ужинать. Вместе будем ужинать. Потерпи чуть-чуть. Ух ты. Сейчас допишем видео. У меня тут карандашики. Так, у меня фломастер. Иди сюда, куда нам идти? Где мой любимый зеленый? Тоже зеленый. Ну, Дюнь, теперь, надеюсь, тебе это на целый год хватит. Каких угодно цветов. Теперь ты будешь каждый день, может, нам рисовать по одному шедевру. Ты же любишь открыточки всякие рисовать, да? Я люблю. Это может чемодан даже хранится, там могут твои секретные какие-то изобретения, да? Угу. Ты можешь вот сюда смотреть, видишь, нарисовала, сюда сложила и закрыла. И никто не видит. Ого. Свой секретный чемодан теперь у тебя есть. Так удобно, кстати, рисовать в любом. Даже можешь забирать с собой на участок туда куда-нибудь. Да, вот для переноски спокойно удобно. Машину понесла с собой, забрала, уехала куда-нибудь дороги рисовать. Аквариум. Это золотая рыбка. Ты же догадалась, я не догадалась. Думала, что за коробочка. Вот. Ты сначала складывать, это или это? Вот это да. Вот такая классная штучка. Скрипки. Послушай. Тебе понравилось? Тебе понравилось, доча? Еле поднялась. Мало радости. Просто она, видимо, еще уставшая со школы, скажи я. Правильно? Угу. Даже есть у него сумочка. Ого. И кто-нибудь подумает, что ты идешь с каким-нибудь секретным чемоданом. Иди сюда, скажи, как тебе сюрприз от татишки. А что надо сделать? Что, поблагодарить? Всем пока! Пока-пока!